Не, ну что ты, как бы сказать там? Скажи, где ты сейчас находишься? Мы находимся в Ростове-на-Дону, и через полчаса начала нашего концерта. Это первый концерт за последние полтора года. Нервничаем. Мы Иванцы тоже нервничаем. Ну, я даже не знаю, что это. Но он не первый концерт. Это вообще первый концерт его жизни. Мне кажется, тебя даже не слышно на камере. Конечно, на сцене меня не слышно тоже, поэтому я вообще не... Ноль. Человек как пипер. Все? Я умею плавать. Вот, а это Алексей. Нет. Снимите Алексея. Он продает мерчашку. Это же наша мерчашка. A lot of merch. Вот, за всем этим следит Алексей, это наш новый финансовый директор. Вот. Респект тебе, Алексей. Кофе Якобс. All right. Отмечаем прибытие наших новых парней и вливание в наш коллектив сегодня Александра и Стасика. Сколько можно уже не отмечать? Это Александр. Сколько можно вливаться? Живот вливает. У меня пиво. Пиво в рот вливается. Тебе можно пить пиво, кстати? Да, мне можно пить пиво. Мама разрешает? Мама не разрешает. А это Стасик. Ну тоже можно. Он и пиво не пил. Не пьет. Ну, привет. А это старенький. Старожил. Старожил. Да. Старик. И все? Ну да, можешь еще себя снять. Да, я хоть послушаю, что там за пицца. Все равно. И... Какой же он здесь все равно, да? Слушаем, блюдо пьем. Ну что, пацаны, выключаем свет? О, я сниму. Включаю. Иди там. Доброе утро. Доброе. И тебе доброе утро. Нет, мне нихуя не доброе. Не матерись. Тебя что, мама разрешает материться? Мама все разрешает. Хороший мальчик. Пойдем. Надо же в душ пойти, да? Правильно? Ну, конечно. Ты же хороший мальчик. Помаши Ростову на прощание. Шикар! Работаем? Короче, сейчас все быстро. Давай, давай. Работаем. Стас работает. Стас, покажи, как ты занят. То есть не поднимай глаза сюда. Как ты думаешь? Приехали. Уже приехали? Ну, Ставрополь, да. О, да, детка. Еще в Кристине, наверное. Да-да. Поцелуй его. Давай, поцелуй. Давай. Right. Экшена. Right. Экшен. Целуй, блядь. Дольше давай. А дольше. Еще. Все, за что? Все. Давай, есть. Бля. Помаши рукой хоть тогда. Распалило уже. Черт. Ну, так и быть.
Максим наблюдает. А Леша сегодня напился, блядь. И комментарий, нихуя не напился, честно. Бля, боже. Да я снимал. Максим наблюдает и думает, я работай смог, на камеру. Я смог быть лучше. Я два пива. Я ожидал большего, я смог лучше. Ладно, Макс, как тебе Ставрополь? Охуенный город, я считаю, это лучший город в туре. Ну, я считаю, ты считаешь, это была полная хуйня. Ну, энергетика очень классная была в клубе, очень адекватный звукорежиссер. Ну, он реально классный, он 20 лет проработал реально. Мистер адекват. Да, он проработал 20 лет и не знает, как пользоваться компрессорами, которых у него дохуя. У него много классного аппарата. Он мне обещал тупо запилить бас-бочку микрофонами. Да, да. У него 9 стоек под хэт, он сказал. Да, 9 машинок, не стоек, а машинок хетовых, 9 штук. А еще у него друг с удвоением личности. При этом он мне дал, наверное, самую лучшую, которая все равно раскручивалась. Какой-то у него друг, с которым он учился. Они в 9 классе составили план захвата Ставрополя. Его друг сейчас в психушке, а он 20 лет в шоу-бизнесе. Таких долбоебок, как мы, возят. Он еще ненавидит женщин. На 4 билета. И он ненавидит музыкантов. И вот. Да, он просто очень много трахается, и поэтому ненавидит женщин. Видишь, они его заебали. Он трахается в жопу. А в конце это же сам жена с собой. Пришла. Не снимай меня, пожалуйста. Ты знаешь, он тебя найдет. Отче ничто. You know what it is? This is fucking. This is. Я еще вот так могу. Shit. Оп. Оп. Бля, я не успеваю. Ну-ка, бля, я не успеваю. Оп. Оп. Что? Одновременно? Да. Ребята, может быть. Стасик, можешь дать попробовать? Стас. Да, я на труле попробую. На всякий случай. А ты не открывал его? Открывал, да? Закрою. Да. Ну, блин, ты понимаешь, сболтай мне йогурт. Тут наружен так. Баланс, короче. Конечно, конечно. Да. Давай. Я ничего не обещаю. Давай, ты один в кадре. Очевидцы таланта. Он упал. Сбей его. Надо еще додумать, как их правильно кинуть. Тан-тан-тан-тан. Смотри, не выкинь мой йогурт, блядь. Я наверное, не смогу. Я не выкинешь мой йогурт со злаком. Да, подожди, пацан волнуется. А теперь... Молодец. Стасика йогурт. Он же закрыть его, блядь. Не-не-не. Этот номер мне не под силу. Сделай дело. Ну, я же тобой испоганил йогурт, Стас. Ты испоганил кадр. Я надеялся, что ну, здесь ты, будет... Ну, я же говорю, мне надо потренироваться еще, извините, пожалуйста. Там чистый туалет. Вот он. Как его хоть зовут? Его зовут Таталян. Салян. Привет, я Толян, я люблю плюс-минус. Меня не снимай, блядь, откуда говоришь, дурак, блядь, суки. Я их люблю, но на данный момент я как бы суси пытаюсь вот такой, блядь, по спине бегать, короче. Вот, спина, как бы.